Москва планирует участвовать в конкурсе на столицу мирового дизайна. Что ждет обычных рядовых жителей и как этот статус может повлиять на Россию и на Москву в целом? Во-первых, это первый шаг к консолидации профессионального сообщества и формированию сильной политической стратегии развития дизайна в столице и также в развитии национального бренда Made in Russia. Это повлияет, во-первых, это туризм, опять же, больше внимания со стороны государства к проблемам развития отрасли, новые отношения к профессии дизайнера, новое применение дизайна как инструмента развития, как инструмента преобразования городской среды, как дизайн мышления. То есть сама программа Moscow Design Capital, она повлияет на вообще культуру, на формирование современной культуры дизайна в нашей стране.